Друзья, всем привет, и мы продолжаем приключения нашей любимой кошечки Анжелы. Анжелочка, солнышко, вставай, тебя ждут великие дела. Итак, друзья, давайте-ка отведем нашу девочку в ванную комнату. Вот такая вот чудесная Анжелочка получилась в нашей прошлой серии благодаря вашим отзывам и комментариям. А сейчас, друзья, давайте-ка покупаем хорошенько нашу девочку. И пока будем купать и мыть, давайте-ка передадим привет. Итак, большущий-большущий привет от нашей любимой кошечки Анжелы. Юли Росинской и еще с пользователем на YouTube с интересным ником Мейсон. Друзья, большущий-большущий вам привет от нашей любимой кошечки Анжелы. Кроме того, друзья, давайте-ка еще передадим привет всем подписчикам и всем, кто смотрит наш канал. Вот так здорово, друзья, отлично. Давайте-ка хорошенько почистим зубки нашей девочки. Здорово, здорово, здорово. Вот, да, здорово. Вот такие вот получились классные, крепкие зубки у нашей Анжелочки Красной Шапочки. Итак, вы просили, я сделал ее для вас, благодаря вашим отзывам, комментариям. А сейчас, друзья, давайте-ка покормим нашу Анжелочку вот этим бургером, вот этой пиццей. Замечательно, замечательно. Вот так хорошенько мы ее накормили. Еще что-то вкусненькое ей дадим. Ага, давайте-ка, друзья, еще дадим вот это чудесное мороженое. Да, здорово, здорово, отлично, очень хорошо, замечательно, Анжелочка, давай-ка мы еще немножко тебе вот так поднимем настроение, что-то она у нас совсем загрустила, возможно, друзья, у нас еще и получится перейти на 99 уровень, это было бы здорово, конечно же, итак, смотрим, поднимаем настроение нашей девочки, вот так, хорошая Анжелочка. Вот такая вот получилась симпатяшка. Кстати, друзья, несколько пользователей написали, что очень здорово, им понравилась Анжелочка Красная Шапочка вот этом чудесном наряде Красной Шапочки, но с розовой, чтобы вот этот ей костюмчик был розовым и розовой шубкой. Вот так вот здорово. То есть... В принципе, тоже довольно-таки симпатичный вариант. Вот смотрите, как мило, как симпатично она выглядит у нас. Очень здорово, очень мило. Вот такая вот необычная симпатяшка. Здорово, здорово, здорово. Вот такая классная, прикольная Анжела. Замечательно, друзья. Ну что же, давайте-ка еще и почистим ей зубки. Интересно, друзья, удастся ли нам перейти на 99 уровень или нет? Ой, не переживай. Сейчас мы тебе хорошенько почистим зубки. Вот так. Здорово, чистим. Удаляем налет, вот так. И буквально немножко не хватило нам, друзья, чтобы перейти на 99 уровень. Очень печально, но ничего не поделаешь. Здорово. Ну, а сейчас, друзья, давайте-ка мы сделаем нашу Анжелочку какой-то необычной. Итак, вы пишите в комментариях, хоть смотрите, какая милашка, как все же она классно и здорово выглядит вот этой розовой шубке и вот этом костюмчики Красной Шапочки. Очень-очень мило, очень-очень здорово. Итак, пока снимлю вот эту розовую шубку, снимлю вот этот классный костюм Красной Шапочки, уберем розовые глазки и уберем еще вот эту замечательную, которую мы подобрали для нашей Анжелочки, вот этот чудесный макияж. Вот так здорово-здорово. Стираем. Отлично. Итак, друзья, очень благодарю за то, что пишете комментарии, отзывы. Итак, сегодня у нас есть победитель. Благодаря вашим отзывам и комментариям 5 человек попросили сделать сегодня нашу Анжелочку невестой. И мы с удовольствием, друзья, вот это для вас сделаем. Но, кстати, друзья, посмотрите, какие еще у нас есть классные наряды. То есть пишите в комментарии, какой вы хотите видеть Анжелочку. И мы с удовольствием для вас ее сделаем. Вот так. Итак, по готовым костюмчикам прошлись. А еще смотрите, друзья, какие есть готовые платья, костюмы, наряды. То есть пишите, друзья. Я буду это все суммировать, подсчитывать, выписывать. И, конечно же, то платье или костюмчик, который наберет больше голосов, тот и будет снимать в следующем видео. Вот так. Замечательно, замечательно. Очень хорошо, здорово. Ну что же, друзья, на этом мы... Вот, совершили полностью обзор всех платьев, костюмчиков, а вы, конечно же, выбирайте, а мы сейчас займемся вот этим чудесным платьем невесты. Здорово, друзья. Итак, давайте-ка подберем к этому платью невесты
шубку. Вот, очень здорово смотрится, конечно же, белая шубка. Но давайте-ка еще разные варианты. Вот так здорово выглядит розовая, черно-белая, рыженькая, серенькая и черненькая. Ну что я скажу, друзья, очень-очень всем Анжелочкам подходит вот это чудесное платье невесты, но мне, честно говоря, наиболее понравилось розовый. Давайте-ка, друзья, сделаем розовый. А вы в комментариях, друзья, напишите, какую хотели бы увидеть Анжелочку. И в начале следующего видео я сделаю ее такой, как вы хотите невесту, в том костюмчике, либо с той шерсткой, или глазками, или макияжем. Итак, друзья, давайте-ка еще подберем глазки вот этой замечательной розовой шерстки. Желтые, по-моему, очень даже неплохо. Розовые глаза, вот глаза куклы. Хороший вариант. Глаза ангела. Вот, а смотрите, друзья, как здорово глаза аниме идут. Очень-очень симпатично. Глаза кошки удачи, неплохой вариант. Красные глаза не нравятся. То есть мне понравилось тут несколько вариантов. Вот эти розовые. В принципе, желтые неплохо. Глаза аниме. Ну и вот, возможно, глаза кошки удачи. Но глаза аниме немножко лучше. Давайте-ка, друзья, мы сегодня на них остановимся. Давайте-ка мы и сейчас займемся макияжем, друзья. Вот, возьмем вот такой максимально розовый красный макияж. Вот так чудесно. Очень хорошо, здорово, замечательно. Вот, очень красиво. А сейчас еще подберем фиолетовые вот такие тени с блестками. Смотрите, друзья, как здорово, как наши глазки, наши Анжелочки сразу выделяются. Замечательно. И еще, друзья, давайте-ка посмотрим насчет туши. Так, фиолетовой туши я не вижу, поэтому, друзья, давайте-ка возьмем классику черную. Возьмем черную тушь, чтобы придать объем ресничками нашей девочки. Вот смотрите, как чудесно, как замечательно. Очень здорово, очень симпатично идет нашей Анжелочке. Здорово, друзья. И давайте-ка еще подкрасим губки нашей девочки. Сделаем ее либо красной. Хотя, возможно, друзья, какие-то есть фиолетовые. Ну вот есть такая фиолетовая, но мне кажется, это будет жутковато смотреться. Наверное, все же будет, друзья, лучше подобрать вот такую вот с блестками. Вот смотрите, друзья, как замечательно. Вот. Итак, друзья, давайте-ка посмотрим, какая же у нас невеста. И еще, друзья, вот такой вот интересный вопрос. Либо ее вот такой оставлять, либо же брать и другую прическу подобрать. Кстати, давайте-ка, друзья, пройдемся по прическам невесты. Вы смотрите, как здорово для невесты вот эти светлые волосы идут. По-моему, очень даже классный, симпатичный вариант. Даже лучше, чем с фатуей. Так, давайте-ка, друзья, еще посмотрим. Вот такие вот чудесные весенние прическа. Кстати, какие там есть цвета. Вот, замечательно. Диадема, кстати, тоже очень неплохой, симпатичный вариант. Можно ее было бы оставить невесте. Итак, смотрим, друзья, выбираем. Пишите, конечно же, в комментариях, какая невеста вам больше нравится. А смотрите, вот эта рыжеволосая невеста, как здорово смотрится. Тоже довольно-таки милый, симпатичный вариант. Хорошо. Итак, друзья, пока я оставлю нашу невесту такой, какой она есть. Ага, вот, смотрите, вот видите. Давайте-ка пока я диадему сниму. А как насчет очков? Нет, очки явно не годятся. Не годятся, лучше без них. Итак, друзья, давайте-ка мы пока подготовим все для невесты, а потом поменяем. Итак, зимняя сказка явно нашей террасе не годится для нашей невесты. Нужно выбрать что-то для свадебного путешествия, и это будет, конечно же, какая-то яркая страна. Ну, наиболее подходит либо Париж, либо Нью-Йорк. Но Париж даже лучше подходит, все-таки Париж, столица романтики, здорово. Ну и давайте-ка, конечно же, немножко еще вот эти приставки улучшим. Сделаем их вот такими яркими. Вот. Вообще сделаем для нашей Анжелочки очень ярким Париж и вот этот экран. Здорово, смотрите, друзья. Вот так, чудесно, красиво, замечательно все у нас получается. И, возможно, давайте-ка еще вот здесь сделаем вот такую зеленую лужайку. Да. Итак, смотрите, как здорово, как симпатично выделяется наша девочка. Вот такая вот милашка, симпатяшка. Здорово.
Очень чудесно. Да. Супер. И еще, друзья, давайте-ка мы ее вот в кухне тоже внесем изменения. Давайте-ка мы кухню немножко переделаем. Сделаем ее вот такой вот фиолетовой, чтобы более наша Анжелочка выделялась. Притом выберем фиолетовые вот такие вот розоватые романтическую скатерть. А сзади выберем романтические обои. Где-то они у нас были сердечками. Так, ищем, ищем, ищем. Где же они? Где-то попропадали. Вот. А, вот они, романтические обои. Ну, как-то вот так, друзья. Вот. И посмотрим, что же у нас получилось. Вот такая вот получилась необычная, классная, симпатичная Анжела. Здорово, здорово, друзья. Хотя первый вариант тоже, по-моему, был неплохой. Кстати, друзья, мы можем перейти на 99 уровень, выпив зелье. Возможно, это будет хороший вариант. А смотрите, как здорово здесь Анжелочка смотрится. Ну, давайте-ка мы ванную тоже поменяем для нашей девочки. Давайте-ка попробуем, возможно, либо фиолетовую, либо красненькую. Ну, давайте попробуем фиолетовую, вот такую вот тоже подделать. Сделаем романтические какие-то обои, вот такие вот чудесные. А плитку мы оставим. Итак, вот. Так, вот такая вот симпатичная получилась Анжела. Хотя, я смотрю, перлитку желтую мы можем убрать, сделать ее вот такой вот пурпурной. Тогда вот наше платье нашей девочки будет лучше выделяться. Смотрите, как здорово. Очень здорово, очень мило, по-моему, получилось. И еще осталось только в спальне внести изменения. Давайте-ка мы спальню вот так тоже здорово поменяем. Вот так, вот, отлично. Выберем романтические обои. Вот такие вот здорово. И еще выберем романтическую постель. Вот. Супер, супер. Итак, смотрите, какая классная, необычная, стильная Анжелочка невеста у нас получилась. Очень здорово. Очень классно идет. Ну и, друзья, мне очень хочется перейти на 99 уровень. Поэтому давайте-ка все же выпьем зелье голода. И наша Анжелочка сможет перейти на 99 уровень. Так, дадим ей какую-то вкусняшку. И да. И наша девочка переходит на 99 уровень. Так здорово, так приятно, друзья, замечательно. И у нас 5 новых наклеечек, плюс 880 монеток. Ну, наклеечка мы, друзья, не будем открывать, потому что наклеечки все у нас собраны. Вот, то есть полностью коллекция у нас собрана. Ждем нового обновления. Возможно, в новом обновлении будут новые какие-то наклеечки. Очень хотелось бы их открыть, потому что уже полностью у нас собран весь альбом. Все 33 странички заполнены. Очень люблю их просматривать. Если вы хотите посмотреть отдельный обзор про наклейки Анжелочки, пожалуйста, напишите, друзья, с удовольствием для вас сниму. Вот. Здорово, здорово. Ну, а сейчас давайте-ка докормим нашу Анжелочку. Вот, дадим ей вот это пирожное. Еще поищем какую-то вкусняшку. Так, где-то у нас было какое-то мороженое. Вот, любимый Анжелочка. Да, здорово. И давайте-ка еще, друзья, почистим зубки нашей девочки. Вот так, здорово. Смоем все кусочки. А теперь щетка снимем налет. Вот так, да, чудесно, чудесно. Итак, вот такая у нас сегодня получилась яркая, симпатичная, классная Анжела-невеста. Вот смотрите, друзья, как смотрится, классно, здорово. Очень-очень мило, очень-очень симпатично. И еще, друзья, мне хотелось бы сравнить с вами насчет разных шубок и насчет длинных светлых волос. Итак, друзья, давайте-ка посмотрим в каждой шубке, как будет смотреться наша Анжелочка. То есть пишите в комментариях, какая шубка вам больше понравится. Друзья, и завтра мы сделаем новое видео, и на ней будет уже та шубка, которую вы захотите. Вот, смотрим, серая шубка. И, конечно же, друзья, не забудьте написать в комментариях, какой наряд вам нравится, чтобы с тем нарядом снять видео. Здорово, здорово, здорово. Итак, друзья, давайте-ка еще посмотрим, какие есть классные шубки. Вот, замечательно, давайте-ка еще вот с этой беленькой посмотрим. Вот такая вот чудесная, симпатичная, классная Анжела. Так, очень здорово, очень все симпатично получилось, друзья. И еще, друзья, конечно же, вернусь к розовой шубке.
И друзьям не хотелось посмотреть вот эти длинные волосы. Как наша невеста будет смотреться с вот такими вот длинными волосами. Вот смотрите, друзья, как мило, как симпатично, как здорово ей все это идет. Очень-очень мило, очень-очень симпатично. Ну что, друзья, тогда на этом мы будем прощаться. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. И, конечно же, друзья, не забудьте посмотреть, в конце видео будет ссылочка на другие приключения нашей Анжелочки, будет ссылочка на плейлисты. И на этом мы прощаемся. Итак, всем пока-пока, друзья, до новых встреч!